Действия населения при угрозе химического заражения. Всякой речевой информации гражданской обороны предшествует звуковой сигнал, подаваемый сиреной. Он означает «Внимание всем!». Услышав звук сирены или других средств оповещения, необходимо тотчас же включить радио или телеприемник местного вещания. Население оповещается об угрозе или непосредственном обнаружении химического или бактериологического заражения. Для химического и бактериологического нападения противник может использовать авиацию, ракеты, химические снаряды, мины и бомбы. Бактериальные средства в ампулах, пакетах, коробках могут быть сброшены с аэростатов и других летательных средств. Основу химического оружия составляют отравляющие вещества, ОВ, способные поражать людей, животных, заражать воздух, местность и все, что на ней находится. Пути проникновения отравляющих веществ в организм человека. Рот и органы пищеварения, открытые участки, органы дыхания, глаза. Химические очаги поражения могут возникнуть также при авариях на объектах химической промышленности. Основу поражающего действия бактериологического оружия составляют болезнетворные микроорганизмы и вырабатываемые ими яды, токсины. Возбудители болезней попадают в человеческий организм при вдыхании зараженного воздуха, употреблении зараженной воды и пищи, при укусах насекомых, при контакте с больными людьми и животными. Предупреждение об угрозе химического заражения доводится до населения по местной радио и телевизионной сети. Услышав предупреждение об угрозе химического заражения, необходимо без промедления надеть противогаз и имеющие средства защиты кожи. Для защиты кожи используется бытовая или производственная одежда из плотной или прорезиненной ткани, резиновая обувь, перчатки, рукавицы. Самый надежный способ защиты – это укрытие в защитном сооружении. Приняв все меры предосторожности, направляйтесь в ближайшее убежище. В убежищах можно находиться без противогаза. В других защитных сооружениях, подвалах, погребах, щелях и тому подобное необходимо использовать противогаз и средства защиты кожи. При появлении признаков поражения отравляющими веществами нервно-паралитического действия нужно принять таблетку из круглого пенала красного цвета, находящегося в гнезде номер 2 аптечки индивидуальной АИ-2. При попадании капель ОВ на открытые участки тела или одежду, эти места немедленно обрабатывают с помощью индивидуального противохимического пакета. Выходить из очага химического поражения надо в направлении перпендикулярно направлению ветра или по специальным проходам. При установлении факта бактериологического заражения вводится карантин или обсервация, препятствующие распространению инфекционных заболеваний. В очаге бактериологического поражения в первую очередь проводят экстренную профилактику. Принимают бактериофаги и другие препараты.
полоскают горло, усиленное внимание уделяют личной гигиене. Ни в коем случае нельзя уклоняться от профилактических прививок. При появлении инфекционных больных немедленно сообщите об этом в медицинское учреждение и примите меры к изоляции заболевших. По указанию врача больного направляют в больницу. Личные вещи, постельные принадлежности и одежду больного дезинфицируют. Если установлен карантин, то после перехода из защитного сооружения в жилое помещение проведите дезинфекцию. Одежду, белье, а также посуду кипятят в 2% содовом растворе. До проведения дезинфекции и санитарной обработки не снимайте средств индивидуальной защиты. Не пейте, не принимайте пищу и не курите. После выхода из очага поражения люди подвергаются полной санитарной обработке на санитарно-обмывочных пунктах. В тех случаях, когда по каким-либо причинам пройти полную санитарную обработку невозможно, проводится частичная обработка. При ее проведении в зонах заражения средства индивидуальной защиты не снимаются. Одежда, средства защиты, обувь, снаряжение подвергаются полной дегазации и дезинфекции на пунктах специальной обработки. Граждане, находясь в зонах химического или бактериологического заражения, соблюдайте установленный порядок. Не ходите без надобности по зараженной местности. Не выгоняйте домашних животных на пастбище. Не давайте им зараженные корма, а также воду из открытых водоемов и незащищенных колодцев. Конец.